Добрый вечер, с вами Faster and Light, и мы начинаем смотреть игру, которая проходит в рамках фасткапа под номером 393, не фасткапа, викендкапа. Победитель этого викендкапа получает слот в стар-серию Старладдера. Ну, не просто сразу слот, а на квалификации. Да, на квалификации. Мы видели то, что действительно достойная команда получает этот слот, и играет у нас команда SMD UA против команды Team Liquid Element. Байнд у нас элементы Shadow Fiend'а и Рубика, в то время как SMD UA банят Баратрума. И кого же звать на второй бан? Вот это интересно будет, потому что не хотят играть против Баратрума, не хотят против агрессивной доты. Возможно, просто парни не умеют играть против агрессивной доты и любят спокойную, размеренную дотку. Ну а у Team Liquid баны вот спад Shadow Fiend, да, понятен, потому что сейчас часто забирают на ФП Shadow Fiend, да, и Дазла какого-нибудь. Так что забанить этого персонажа действительно надо бы. Ну а насчет Рубика я не знаю. Рубик такой себе персонаж, только если какого-то Энигму хочешь взять или любого кастующего персонажа. Но банить его прям вторым баном это прям что-то не то. Это не тот персонаж, который должен. Тем более Дазл, но зачем тогда бан Рубика был, я просто не понимаю. Но тем временем у нас СМД УА забанили Думбрингера. Ну, персонаж, который просто выключает другого персонажа. Здесь понятный бан. Популярный бан Дума. Также я удивлен, что нету Вани Земляного Спирита, потому что этот персонаж разносит лица на раз-два. Тем временем забирают у нас СМДУА Люкана. Сами теперь, возможно, будут как-то подпушивать или что-то еще делать. Ну, мы посмотрим. Может быть, просто захотели забрать Люкана как неплохого такого персонажа. Кого же доберут к Люкана? Возможно, будут добирать кого-то также с сумонами. Я не думаю, что хорошая идея раскрывать своего корт персонажа просто на первом пике, если это какой-то там супер метовый персонаж. Этого персонажа бы никогда не забанили, о нем все забыли. Можно было забрать Эвенгу и твой еще один пик, но то, что Люкана никто сейчас не пикает и не банит. Просто раскрыли сейчас сразу все карты и могут элементы как-то законтрить это дело, если, конечно же, смогут. Ну и пока что ждем. Пока что ждем, забирают себе, конечно же, Акса. Не знаю, как Акс справляется с Люканом, никогда не видел. Я вообще последнее время матчи с Люканом не видел. Траксу, что? Ну ладно, все-таки банят у нас Траксу элементы. Я даже не знаю, зачем задеть банить Траксу, если у тебя есть Акс, который убивает Траксу. Шеду-демон. Я не знаю, стоит ли банить Шеду-демон. Об этом персонаже тоже все забыли, но ладно. Что решили, то решили. Шеду-демон действительно, вот. Шеду-демон, я согласен с баном, потому что Шеду-демон действительно неплохой персонаж. Есть у него и дизрапшн, и усиление урона, и пуш, который все снимает, и огромного количества вообще у него урона. Правда, контроля нету. Хотя контроль есть, есть просто. Есть чем забивать ТПшки, чем забивать касты. Дизрапшном можно, пуржом можно замедлять люто. Так что цепляли будет, было бы чем с Шеду-демоном. Но, правда, не входит Shadow Demon в пик команды Team Liquid. Банится у нас Слардар. И забирается аппарат от SMDUA. Ну, не знаю, по-моему, аппарат никак не контрит Дазла, потому что, ну, Дазл, ладно, Дазл секунд 7 не сможет хилить в замесах, но основную задачу в виде грейва и минус армора он выполняет. А вот аппарат не будет участвовать в замесах со своей командой. А против Зевса это очень и очень плохо. Хотя свайпера можно и попробовать.
Сейчас мне очень нравится пик команды SMDWAP, если Viper. Потому что есть огромнейшее количество дамага просто, которые еще и винга бустуют. Скорее всего, это винга не будет саппорт, Люка на кире, Viper пойдет в центральную линию. И остался хардовик команде SMD. Ну а команды Team Liquid Element. Dazzle, конечно же, саппорт. Такс пойдет на хард линию. Зевс пойдет на центральную линию. Остался им второй саппорт и керри. Хотя мы видели с вами, как играет Продота. Продота играла через Акс и керри, я помню. Собрал он Dagger, Фордстафф и Фантом Лансер. Ну, действительно, не очень много массового дамага у команды SMD UA. Ну, как они будут исполнять этого Фантом Лансера? Вопрос. Ну, ждем, пока еще раз пикают. У нас в чатике оказался буйный. Ну ладно. В общем, банят Леона и банят Шейкера. Ну, Шейкера понятно против Лансера, почему решили забанить. А что же возьмут себе пятым пиком у команды SMD UA? Что? Решили драться втроем? Ну, Брудмавр — это персонаж, который хорошо пушит. Ну, в принципе, все мы знаем с вами связку Люкан, Брудмавр, но в этот пик тогда не входит аппарат, потому что, ну, ё-моё, драться будет Люкан, Венга и Вайпер. Это Макс, Лансер, Зевс и Дазл. Ну, по-моему, здесь за них будет, конечно, разлетаться лицо СБД, но вот сплит-пуши у них будет просто миллион шансов. Ну что ж, не знаю насчет Фуриона, правильно он здесь или нет. Теперь дерутся же вчетвером элементы. И посмотрим, как будут отыграны этими командами. Их пики. И у элементов Адмирал Боня на Натурс Профите или же Фурионе. Бинго Годни играет на Дазле, Корей играет на Зюсе. Траст Геймер еще не выбрал своего героя, но это будет, я не помню, кто там был, это будет аппарат. Фантом Лансер у нас Алекс и Алина Безгонима это Вайпер, Фантом это Люкан, Квантром Брудмавр, АСДФ на Эйнштопоришине и Минимум это Винга. Вылетает у нас два персонажа команды Liquid Elements. Переподключаются и ждем, пока начнется игра. А все еще мы ожидаем. Ожидаем эти команды, пока они пофиксят свои проблемы, а в частности команда Elements. Ожидаем. Что еще есть добавить? Чего нового не писали? Ну, я не знаю здесь, как будет драться СМД. Потому что действительно, в сплитпуше у них миллион потенциала. У них есть Бруда, эти противные пучки просто под бафом Люкана. Когда-то в свое время творили просто такую кучу делов. И переключается у нас наконец-таки. А, это Акс.
Да, забыл это Лакс. Что ж, неужели сейчас начнем игру? Да, наконец-таки отжимается у нас пауза, начинаем посмотреть доту, и расходится у нас команда, что будут делать. У нас СМД, аппарат прилетел на центральную линию, пошел ставить варды. Он думает, что это лес. Да, это, кстати, лесной акс, может быть, да. Ставится вард, и хороший вард, потому что сейчас будет он палить все передвижения акса, будет просто огромное количество информации о аксе, и еще поставит вард на центральную линию, чтобы мидер все видел, и Зевс этот вард не спалит, скорее всего. Здесь уже в хард идет Брудмавр, имеется у него два сентри варда, Slow Ring Tango и Ring of Protection. Если Вайпер купил себе Iron Branch, Wraith Band и пару запульных тангусов у него имеется. И здесь же Stone Shield, Ring of Protection, Tango и Iron Branch. Винга, два смока, Clarity и Tango. И будет сейчас, наверное, стычка на верхней руне. Сапог и Firefire с Enchanted Manga имеется у фуры. Возможно, стоило себе взять в хил в харду. Ты, в конце концов, в харде стоишь. Здесь видит Люкан фуру, и тот убегает. Неужели пытаться как-то стырить руну? Забирает снизу бруда руну. Будет выживать, ставится сетка. Да, просто сейчас уйдет бруда, правда. А, нет, есть одна сетка на харде, так что будет приятнее стоять. Ставится обсервер вард. Минга понимает, что он бруда все еще здесь. Бруда спускается на лоу граунд. Этот вард полностью палит все ее передвижения и забирают на сотки бруду на фьюзблад. Здесь что-то летит фласка. А, фласка прилетела вайперу. Это расстановка линии 2-1-2. Нет, здесь все-таки будет СМД стоять в трипле. Тем временем у нас. Давайте откроем крипстатом, как всегда, что на центральной линии. Да, здесь Вайпер, как и должен доминировать, доминирует. Имеется всего один добитый крип у Зевса. Хотя вот второго добивает, но сейчас мана кончится и будет сложно что-либо сделать. Придется снести себе ботл, он это именно и сделает. Здесь уже неплохой баф от Люкана. И забирает нас сверху Акса. Как сильно пробивает здесь фуру, и очень больно, ему просто гонит его. Кончается чилинг тачи, винга, винга. Неужели собьют еще и Кларити? Не, Кларити все-таки не сбивают. Здесь Брутмавр просто жутко загнобленно стоит. Очень ей больно. И умирает у нас Фурион, дается стан. Конечно же, с прутами прикрывает себе дорогу. Дается тычка от аппарата, и умирает у нас Фура. Здесь в центре нету больше у команды Liquid Elements. Но Бруде не особо приятно. Хотя сейчас умрет Фантом Лансер у нас. Что? Что? Ты стоишь, братан, на линии с Брудой. Ну, у тебя есть фласка. Отпейся ты. Тем временем уже ведут 3-1 ребят из команды СМДУА. Бурда здесь на самом деле неплохо будет себя чувствовать с одним убийством. Имеется у него второй сентри вард, чтобы его тыкнуть куда-то. Будет ожидать, конечно же, сентри варда противника. И Вайпер у нас тем временем забирает Зевса в миду с помощью Винги. Ну, что ж, совершили ганг, молодцы, ребята из СМД. Тем временем 4-0 уже ведут. И на 30 минуте графики должны сейчас быть около 1000, хотя нет, уже около 2000 по золоту и по опыту также около 2000 ведут ребята из команды СМД. На самом деле 2000 на 5 героев это так себе. Имеется сапог уже у Вайпера, здесь начинает он набирать свою массу. Покупает сапог также Брутмавр. Я думаю, сейчас все-таки соберет рингу в Базилиус. Имеется почти 5-й левел у руды. Здесь тем временем
У Акса всего третий с половиной. И на центральной линии у нас Зевс 4 уровня, а Вайпер 5. Причем экспириенс у них почти на уровнях одинаковый, только если Вайпером на соточку побольше на своем левеле. Ну что ж, у нас здесь Вайпер, конечно же, доминирует мид. Имеется у него 24 добитых, 14 задонаенных. У Зевса же всего 4 добитых крипа. Это просто сверхмало. Не может он стоять против Вайпер. Есть и время умирает Бруда. Сентри Вард, где был поставлен, я так не заметил. Ну, в общем, поставили Сентри Вард, этот хотели Сентри Вард сбить его. Со второго Варда сбивают, конечно. И убивают у нас Бурду через копье и хил. Не качает у нас пиявку. А, он не прокачал на четвертом уровне. Прокачал у нас на четвертом уровне пиявку в один дазл. До сих пор не получил пятый левел Бруда. Здесь тем временем просто заходит под тавр и убивают у нас Акса. Фурион понимает, что ему нечего ловить на линии, просто уходит в леса, но Базилы у него нету, здесь еще он даблстакает себе, и как он это все будет фармить, неизвестно. Здесь разменивается Фантом Лансер с Брудой, и в принципе пока что все адекватно. И врезается Вайпер Страйк на Зевса, очень больно ему, еще тычку, и он, скорее всего, умрет. Да, умирает у нас Зевс. 2-6. Ну, Вайпер, понятно, Вайпер так и будет делать с Зевсом. Вайпер так и будет его просто унижать, убивать, как только сможет по кулдауну, то есть своего ультимейта. Здесь топ просто выигрывает со всей команды СМД, и более-менее спорная линия — это бот, потому что здесь Бруда как бы и умирает, и убивает. Убивает в том числе Дазла, который сейчас вот прямо умрет, хотя дает Грейв, поздно дает паучков, но все равно должны съедать паучки Дазлом. Да, идут за Дазлом, тут Бруда сама может спрятаться в паутину. Да, прячется в паутину, и теперь никто ее не достанет. Тут убила Дазла и ушла. Отлично, здесь тем временем пушится верхний тауэр. Под хаулем, конечно же, дело идет быстрее. И в замесах будет просто море физического дамага. Будет хауль, будет чилен тач. Пока что стадию лейнинга команда СМД выигрывает просто в щи. Здесь бегут за Аксом, но здесь ничего ему не предоставят. И Заяц еще на сетку. Бруде нужно хоть как-то отхилиться. Имеется у него 8 хп регена в сетке, но это маловато, чтобы восстановить все здоровье. Здесь начинает пушироваться уже тир 2 тауэр сверху. Должен он в скором времени упасть. И Зайца хауль опять. Волки дамажат пока что около 50 дамага. Прилетает ему к тому же Владимир и пошел еще более приятный пуш. Неужели ничего из команды Liquid Elements не будут с этим делать? Дается болт, но Дев здесь опять умирает. Лизается Аркана, умирает у нас опять Дазл на боте, кстати, от Бруды. Гриф даже не был дан, так что еще морозит катапульту зачем-то. Ну ладно, здесь Бруда разбирается еще и с Фантом Лансером, выигрывается у нас теперь бот в щиточном. Падает еще к тому же тир 2 тавер на топе. Никто ничего не дефает. Телепортируется у нас Зевс опять на центральную линию, вылетает Акс. И ставится пауза. Ставится у нас пауза, мы ожидаем, пока придет у нас Акс. И ждем, ждем, конечно же, переподключения этого персонажа. Второй раз он уже вылетает за игру. Ожидаем, пока все переподключатся. Пока Акс переподключится. Ну и пока что дела у команды Liquid Elements просто выглядят ужасно. Проигрывают они 7500 по золоту на 7-й минуте. Это просто тотальный провал. Это тотальнейший провал в экономике. И по экспириенсу всего в 5000 проигрывают. Ну, в принципе, не всего в 5000. Если мы сейчас откроем просто уровни героя, вы видите то, что здесь 2 восьмых и максимум максимальный левел команды Liquid Elements это 5-й.
А пятый, это даже еще не ультимейт. Здесь нету еще ультимейта у Фантома Лансера, нету ультимейта у Зевса. Просто здесь его гнобят на миду тем временем. Уже восьмой вайпер. Просто преимущество идет в три левела. И сейчас это преимущество будет только расти. Ну, конечно же, Венга аппарат с левелом такой же, как просто хардлайнер. Здесь как-то дазл свой пятый началил. Здесь Люкан, по всей видимости, СМД, ротируется на центральную линию. Все еще ожидаем Макса, пока он переподключится. Что интересно, у нас варды стоят только у команды Liquid Elements. И довольно странные варды, но здесь мы помним, что здесь убивали Бруду, а здесь поставили, видимо, просто для Вижена, потому что здесь нужен Вижен всегда. Есть Владимир у Ликана, почти ПТ у Фуры, Сапог у Дазлом. У Зевса есть только Ботл, у Акса есть Транквил, имеется щиток. И Фантом Лансер даже ПТ себе не имеет, купил еще стики. ПТ и будет себе делать, по всей видимости, да, это будут барабаны. Имеется ПТ у него, сейчас купит себе барабаны через 12 золота. Так, Люкана мы смотрели, у Бруды ПТ, Соло Ринг сейчас будут делать, скорее всего, себе какой-то арчит, покупает у нас Аркан и Энчит Апаришн, имеется у него двое стиков, и почти медалька у Венги, остается рецепт на медальку только. Дальше, что еще интересно у нас может быть? Опыта в минуту, ну вы видите, просто 200, 200 и 500. Дальше золото в минуту точно так, такая же ситуация. И давайте пока что откроем общую ценность. 4600 Вайпер и 3900 Бруда с Люканом. И просто четвертое место, единственный, кто хоть как-то держится еще по экономике у команды Team Liquid, это Phantom Lancer. Ротируются у нас все персонажи с той триплы на центральную линию. Курьер до тех пор не апнул, так что его могут подрезать. Здесь Люкан начинает фармить леса. И должен сейчас покупать себе ПТ. Имеется у него шестой левел, получил шестой. Да, здесь снизу вышка тоже упала. Бруда начинает убивать также нижнюю линию, юзает еще одну паутину. Еще одна есть, возможно, только сюда поставить. Мигаешь здесь на Бруду, что нужно с этой Брудой что-то делать. И сейчас я должен будет ее забирать, хотя сейчас захилить, если крипов, то все будет отлично. Нету маны на сеточку, бежит она в сеточку и убивает ее, но все, вот она теперь в сетке просвечивает. Ее, конечно, убегает Бруда у нас, нечем пока что убивать Бруду, просветка уже половина прошла. Сейчас нужно как-то мантить в деревьях Бруда, и ее не убивают. Уходит у нас на лоу хп, но правда уходит Бруда. Имеется у него 2-300 в кармане, стянул сюда Дазла, оставил потратить просвет, и просто все это время Лансер бегал и не фармил. А с фармом у него и так проблема. Здесь плюс к тому же еще упала половина тавера. Не убивает Бруду даже с ультимейта Зевса. Падает у нас также центральная линия. И да, покупает себе Обливион Ста Брудмавр. И, ну, 2-11 счет. Все очень плохо у команды Liquid Elements. Здесь видит Фуриона. Чего ты ждешь? А, ждал ультимейт аппарата. Почему Фурион не бежал, просто увидел Вайпера? Странно, тем временем по золоту уже 12 тысяч преимущества и около 7500 по опыту. Прилетает ПТ у нас Фантом Лансеру. И буду дальше пушить, потому что могут СМД. Ну, как оказалось, то, что действительно неплохой пик у команды СМД. Он вязается наконец-таки еще один спиннин веб и демоличится у нас нижний тавер. Сносят его пауки, еще 4 персонажа команды СМД. Попадает неплохой асбласт по Зевсу. Да, Дазл отошел. Умирает у нас тир 2 тавер на боте. Сейчас будут пушить тир 2 тавер на миду, заходить на Рошана и заканчивать игру. И к 20 минуте у нас где-то игра и закончится. Хотя заходит прямо сейчас на Рошана, решают не ждать. С Эгисом пойти забрать тир 2, и тогда может закончиться и на 15 минуте игра.
Конечно, съезжает все. У нас тема Эдиса, но ничего не сделают здесь Liquid E. Возможно, просто хотели испугать противника, чтобы те отошли от Рошана, но нет. Здесь фура фармит в чужих лесах, единственное правильное решение. Залетает ультимейт аппарата, летит на бот, летит он. И попадает. Да, умирает он здесь Фантом Лансер. Нет, в любом случае он здесь умирает, пытается отхилиться ботлом, но не отхиливаешься ботлом. Юзается хороший крест и спасает Фантом Лансера своего. Начинает уже здесь пушить тир 3 башню Бруда. Юзается ультимейт Вайпера на Акса. И выживает Акс нового хп, здесь достанивается Венгав крипов. Телепортируется сюда Лансер, но как бы здесь он не умер. Откидывается копье и нормально. Умирает у нас здесь тир 2 тавер на центральной линии. Улетает Вайпер, хилится на свою базу. Сейчас будут ждать, пока все похилятся, и заходить только тогда на хайграунд. Немножко здесь подбили Вайпером. Покупает себе некрономиконы Люкан. И юзает ультимейт, будет сейчас заходить на хайграунд. Просто бегут за Венгой, а это Зевс. Бегут за Зевсом. Сейчас должен умирать также еще и Лансер. Да, Лансер также умирает. Акс тоже умирает. Агрит он только крипов. Крутится, конечно, убивает крипов. Вызывает новых волков себе Люкан. И вот, конечно же, волки теперь усилены. Шанс нанести травму 20%, и от них убежать теперь очень сложно. Сносится у нас нижний тауэр, очень быстро сносится под всеми этими крипами. Действительно, здесь не хватает шейкера. Не хватает шейкера команде Liquid Elements. Хороший айсблаз залетает, убивает аппарата. Здесь, конечно, залетает так, начинает крутиться. Умирает у нас Бруда. Умирает у нас сейчас также, скорее всего, здесь Люкан. Хотя нет, у него есть Егис, теряет Аегис. Вот здесь все отъезжают остальные из команды Liquid Elements. Возрождается у нас Люкан и продолжает пушить. Сейчас купит себе третий Некра. Да. Закупает себе третий Некра. И сейчас третьими Некрами еще быстрее все спушит. Тем временем 13 минута. У нас нет уже хайграунда на 13 минуте. И, по-моему, это рекорд. Это рекорд в моих стримах. На 13 минуте мы еще никогда не сносили хайграунд. Просто действительно мой рекорд. Вызывается третий некран, юзается Хауль, начинает пушить тир 3 башню миду. Здесь свапают такс, останется, умирает у нас Акс. Очень больно ему, когда вся эта гапша его бьет. Юзается минус армор, падает еще нижний барак. Ну и рекорды продолжают ставиться. 13 минут, еще и вторая сторона упала, остается третья сторона. Отбиваются пока что Liquid E, откидываются своими скиллами и зайдут на 15 минуте примерно СМД на верхнюю линию. Здесь Вайпер встречает крипов, Тараску все будут собирать, не хватает ему чуть-чуть до Тараски. Здесь Бруда убивает Фантом Лансера. Не хватает чуть-чуть. Куда разворачивается? Что это было? Уходит на лоу-граунд, но Бруда идет за ним. Неплохой гриф ульт-аппарата. Нету маны на ульт-аппарата. Зачем он собрал линзу? Делает дезолятор у нас. Аппарат собрал себе линзу. Здесь по фанчику уже играет СМД, это видно. Пытаются забрать здесь Бруду. Бруду забирают. Он дает у нас сейчас просто нереальное количество денег, но... Вышло уже преимущество 25 тысяч по золоту и 10 тысяч по экспириенсу. И даже без Бруды могут спокойно зайти на хайграунд. Здесь Венгав соло разбирает Дазла, хотя есть свапают. Свапают, сломаются спруты. Кто-то подойдет сделан по таймингу, улетает фура на свою базу через свой второй скилл. Здесь еще и хоронят здесь с ультимейтом аппаратом. И Люкан продолжает пушить. Да, на 15 минуте сломали хайграунд, правда уже. Закупается дезолятор аппаратом и... Прописывают ГГ у нас команда Liquid Elements. Проиграли они просто в хламину команде СМД. Мега крипы. У
мать. Хайграунд, и это мой абсолютный рекорд на 15-й минуте. У меня еще никто не прописывал ГГ. Ну что ж, поздравляем мы команду СМД. Проходят они в следующий тур. С вами был Faster Online, и сейчас мы будем смотреть следующие игры на этом Wicked Cup, так что никуда не расходитесь.